Предприятие «Клён» производит зернотравяные, однозерновые, селекционные, ручные и овощные сеялки. Сейчас более детально остановимся на овощных сеялках. Овощные сеялки выпускаются шириной захвата от 1,8 метра до 5,6 метра и с количеством секций от 4 до 12 по заказу. Также по заказу сеялки могут оборудоваться укладчиками капельной трубки. Сейчас вы видите овощную сеялку «Клён 1,8» с четырьмя высевающими секциями. Каждая секция может легко передвигаться по балке для установки требуемой схемы посева. Высевающая секция параллелограммного типа хорошо копирует почву и опирается на два опорно-прикатных колеса атмосферного давления. Спереди секции установлен комкоотвод, регулируемый по высоте. На стойке секции установлены бункер с дозатором и следующие регуляторы. Глубины хода сошняков с регулировкой от 0 до 5 см. Усилия прижима секции к почве, а также усилия прижима прикатывающего колеса. Дозатор может высевать семена в две строчки или в одну строчку путем замены воронки дозатора. Каждая секция оснащена двумя полозавидными сошняками с регулировкой расстояния между ними от 3 до 10 см. За сошняками установлены загортачи с возможностью регулировки прижима. Сеялки «Клён» оснащаются запатентованной высевающей системой микропроцессорного управления и контроля высева и обеспечивает универсальность по высеваемым культурам, самый широкий диапазон норм высева от 50 грамм на гектар до 400 килограмм на гектар, отсутствие травмирования семян, равномерное распределение семян в рядке, экономию посевного материала, различные схемы посева, точность, простоту настройки и удобство в обслуживании, надежность эксплуатации, отсутствие механических передач. Посевающая система состоит из пульта управления и контроля, мультиплексора, дозаторов электромеханического типа, датчика движения, установленного в ступице опорного колеса и соединительных кабелей. С пульта управления, расположенного в кабине трактора, или, как сейчас, на сеялке, производится следующее. Точная и быстрая, удобная установка требуемой нормы высева. Оперативная корректировка в случае необходимости нормы высева как для всей сеялки, так и для каждого дозатора отдельно. Контроль за работой системы. Световая и звуковая сигнализация, указывающая на нарушение процесса высева. Отсутствие семян в бункерах. Превышение допустимой скорости движения. Учет засеянной площади и пройденного пути за смену. Быстрая очистка семян из бункера. Контроль системы электрооборудования трактора. Настройка сеялки на норму высева производится в режиме наладка на пульте управления путем установки примерной нормы высева из таблицы инструкции сеялки дальнейшей корректировки для высеваемой культуры.
При этом настройка производится на одном дозаторе в штуках на метр или килограмма на гектар. Сейчас мы вам покажем способность высевающего аппарата высевать как мелкие семена, так и крупные семена. Сейчас мы начнем с крупных семян. Сейчас перейдем на мелкие семена. Увеличим норму высева путем изменения параметра на пульте управления. И включаем назад.